Летний оздоровительный лагерь «Круто» для старшеклассников на базе первой школы работает уже третий год. В нем есть и трудовой отряд, в котором более 30 человек. Работают они 2 часа в день в первой половине дня. Задания выдают руководители отряда. Основная цель нашей работы в том, чтобы, во-первых, приучить уже с подросткового возраста, приучать детей осваивать какие-то трудовые навыки. Дополнительно воспитательный момент присутствует. Ну и небольшая плата материальная. Они получат именно от центра занятости, где оформлены, как положено, по договорам уже трудовым. Ребятам выдают все необходимые предметы для уборки – метлы, грабли, перчатки, мусорные мешки. Они убирают пришкольную территорию и около близлежащих домов. У них большой объем работы. Илья Романенков приходит в трудовой отряд лагеря уже несколько лет подряд, и ему здесь очень нравится. Нравится здесь, как бы мы и делаем хорошие дела для людей, как бы убираемся, везде помогаем и также получаем какую-то, ну, более-менее награду за это все. Если хочешь, как бы, исправить планету, исправься сам. И я, как бы, делаю это, как развиваю сам себя, так и развиваю весь город окружающий и людей в нем. Закроется лагерная смена уже в эту пятницу, и можно с уверенностью сказать, что дети хорошо отдохнули в лагере, нашли новых друзей, укрепили здоровье, ну а кто-то еще и сделал очень важные жизненные выводы и заработал своим трудом деньги.